В России до конца года армия и флот будут оснащены на 30% новейшими видами вооружения. Об этом было заявлено сегодня на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами, где обсуждалось развитие оборонно-промышленного комплекса. Глава правительства отметил, что разработанные меры поддержки позволят предприятиям ОПК не только выполнять заказы в бюджетных рамках, но и дадут возможность привлекать долгосрочные кредиты под госгарантии. В текущем году предусмотрено предоставление 96 госгарантий на сумму около 380 миллиардов рублей. Деньги значительные. Это позволит облегчить поиск внебюджетных источников для более чем 60 организаций оборонно-промышленного комплекса. Особенно по тем контрактам, чье финансирование из федерального бюджета идет с отложенными платежами.